Сергей Грабский, военный эксперт на связи. Здравствуйте, Сергей, рада вас приветствовать. Доброе утро, студия, рад видеть. Говорил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, что 23-24 февраля, в годовщину, когда Российская Федерация напала, вторглась на территорию Украины с полномасштабным вторжением, ожидаются великие события, которые Российская Федерация запомнит. Он говорил тогда о дипломатической арене, о дипломатическом фронте. Как думаете, на поле боя в эти дни чего ждать? Ну, во-первых, российская армия получила приказ до 20 февраля взять Бахмут. Об этом говорят и пропагандисты, об этом сообщают их телеграм-каналы, поэтому интенсивность боев там будет продолжаться и, возможно, даже нарастать, знаете, до такого отчаянного уже положения. Во-вторых, российская армия будет пытаться как бы продолжать наступление в Луганской области, но там позиции ее гораздо слабее и ожидать каких-то серьезных изменений вряд ли придется. Поэтому ситуация будет развиваться, наверное, вокруг все-таки Донецкой области, где противник будет, будет пытаться добиться хотя бы каких-то результатов, чтобы 22 числа, как это было объявлено, Путин мог о чем-то заявить, о каких-то успехах на фронте. Каких-то других более серьезных изменений вряд ли следует ожидать, потому что мы, как я уже говорил, неоднократно не являемся сторонними наблюдателями, а мы активно влияем на противника, уничтожая его ресурсы, что, собственно, случилось и под Угледаром, что имело место последние дни на Луганском отрезке нашего фронта. Поэтому, если в общем подсуммировать, мы говорим о том, что боевые действия в такой же активной фазе будут продолжаться на Луганском, на Донецком направлении в основном. На Запорожском направлении вряд ли мы увидим какую-то активизацию боевых действий со стороны противника. В сводке Генеральный штаб Вооруженных сил Украины описывал ситуацию на 5 направлениях. И возвращаясь к данным от Генерального штаба Вооруженных сил Украины, ты себе выписывал за данные по потерям российской армии с 9 февраля по 12 февраля, по 13 февраля пока что нет обновленных данных. Ждем их от Генштаба Вооруженных сил Украины. Вот 9 числа 910 человек, 10 числа 730 человек ликвидировано, 11 числа 1140 человек, 12 числа 900 человек. Это говорит, в принципе, об интенсификации боевых действий, как я понимаю. Может ли российская оккупационная армия удерживать, ну, определенный такой темп, если правильно так говорить, непосредственно о военных действиях, имея вот такие потери? Ведь, как говорят ваши коллеги, февраль становится рекорднейшим вообще за всю полномасштабную войну России против Украины в аспекте потерь для российской армии. Ну, вы знаете, может. Может, и они как бы готовы к этим потерям, они не зря собрали такое огромное количество именно живой силы. И знаете, здесь интересное наблюдение, которое я сделал, я как бы сам пытался найти цифры, поднимая свои документы. Начало вторжения, так вот сейчас, если сравнить ситуацию с 24 февраля 2022 года, когда на 160 тысяч было, российских войск было 1200 танков, это то, что я нашел, те данные, которые у меня были записаны, то сейчас на 330-350 тысяч у них 1800 танков. То есть они сейчас пытаются компенсировать недостаток техники именно количеством живой силы, и понимая, что любое количество техники, которая будет сосредоточена и направлена в бой, будет уничтожена, как это случилось под Угледаром, они пытаются действовать именно вот в формате таких массированных штурмов, используя многочисленные, хотя они многочисленные штурмовые группы по разным направлениям. Таким образом, противник, получив такое указание, будет и дальше осуществлять давление на те участки фронта, где он думает, может достичь какого-то преимущества. Поэтому ожидать, что до какого-то момента они будут снижать как бы свои потери, вряд ли приходится. Таким образом, посмотрим, насколько их хватит. В данном случае есть информация, что целые батальоны, которые уезжали на фронт, возвращались уже или в целлофановых пакетах, или приходили сообщения, что они просто пленены. Насколько России хватит, сказать трудно. Это выходит за рамки военного анализа. Это уже как бы политический заказ.
Говорил главнокомандующий ВСУ, что несмотря на постоянное давление российской армии, ВСУ и дальше удерживают Бахмут под контролем. Также ожесточенные бои сейчас продолжаются в районе Угледара, Мариинки, Донецкой области. Но украинские военные надежно держат оборону на этих направлениях. И тоже, как сказал главнокомандующий вооруженными силами Украины Валерий Залужный, накануне он проводил переговоры с главой Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли. Давайте кусочек услышим из этого разговора. Мы обсудили ход боевых действий. Наиболее напряженная ситуация сегодня на Донецком направлении. Там противник совершает ежедневно до 50 атак. На некоторых участках фронта нам удалось восстановить ранее утраченные позиции и закрепиться там. Несмотря на постоянное давление противника, мы продолжаем удерживать под контролем Бахмут и принимаем меры по стабилизации линии фронта вокруг этого города. Залог успеха на поле боя – эффективное огневое поражение, которое требует соответствующего количества вооружения и боеприпасов. Валерий Залужный, главнокомандующий вооруженными силами Украины. Вы говорили о том, что отчаянно сейчас российская армия пытается захватить хотя бы что-то. Вот в отчете, который необходим там для Путина, да, что якобы что-то успешно сделано российской армии. Как вы думаете, что для них нужно, чтобы было в отчете? Захватили маленький город, захватили область, захватили трассу. Что хочет увидеть Путин? Ну, понятное дело, он хочет увидеть там отчет, захватили всю Украину, чего не будет никогда. Но вот на этом участке времени, там вот до 20 февраля, та цифра, которую вы озвучили, которая звучала, либо там до конца марта, что им хотелось бы в отчете увидеть? Ну, безусловно, им хотелось бы до 20-го, как-то до выступления Путина увидеть Бахмут, потому что он стал уже, знаете, такой медийной составляющей этой войны, вокруг него, в общем-то, сосредоточено все внимание всех средств массовой информации, и, конечно же, пропагандисты российские тоже указывают на ситуацию вокруг Бахмута в первую очередь. Но даже если они не возьмут его, в чем у меня, конечно же, сомнение, что они возьмут Бахмут в той ситуации, в которой есть, они могут, знаете, просто перечислить те населенные пункты, которые, вернее, места, на которых находились те населенные пункты когда-то, которые им удалось захватить после тотального уничтожения этих локаций. Поэтому для них не имеет значения размер этого населенного пункта, для них не имеет значения локация. Они будут просто перечислять те, допустим, десяток локаций, что захвачена посадка, допустим, в районе Красной горы, или нам удалось продвинуться в районе Поросковиевки и так далее и тому подобное. То есть не имеет значения величина этого пункта, имеет значение количество этих пунктов, которые они могут озвучить. Вот, собственно, на этом и будет базироваться их отчаянное стремление прорваться куда-нибудь, захватить хоть что-нибудь для того, чтобы доложить, что специальная военная операция, как они ее называют, продолжается успешно и войска выполняют поставленные задачи. Несмотря, конечно, на такие потери, которые они несут, и люди уже начинают задавать вопросы, почему, собственно. Ну, почему, да, на один из главных вопросов. Ныне в средствах массовой информации, западных так точно, и российских, фигурирует мысль об открытии России второго фронта, так называемого. Нью-Йорк Таймс говорят о двух городах, это Сумы и Харьков. Насколько, имея достаточное количество техники, foreign policy, с вашего позволения процитирую, вы говорили о 1800 танков, если мне не изменяет память, под 4000 также боевых бронированных машин, писали журналисты Foreign Policy, 2700 артиллерийских систем, 810 РСЗО, таких как «Град и Смерч», 400 истребителей, 300 вертолетов, готовых к новой волне атак. Вот так описывают вот, браваду всю, которая есть у российской армии. И журналисты Foreign Policy, подобное количество вооружения и живой силы, о которой мы сказали, достаточно ли для того, чтобы проводить достаточно эффективные наступательные действия на перспективных для себя направлениях, я говорю о российской армии, и в то же время для отвлечения сил противника открывать второй фронт, условно. Ну, в общем-то, таких сил и средств, если так говорить, в той
композиции, в которой мы ее сейчас наблюдаем, достаточно для того, чтобы осуществлять давление на тех участках фронта, на которых они как бы осуществляли такое давление. То есть мы говорим о Луганском, Донецком и, в общем-то, южном направлении. А могут ли они открыть новый фронт? Ну, теоретически, да, но для этого туда нужно сосредоточить достаточно большое количество вооружения, техники, личного состава, запасов материальных средств, боеприпасов, чего мы пока на Сумском и Харьковском направлении не наблюдаем. Конечно же, такие планы существуют. В этом нет никакого сомнения, но для этого нужно иметь определенные ресурсы, чтобы эти планы осуществить. В перспективе, если противник будет продолжать так наращивать свои группировки, там, призывом дополнительных контингентов мобилизованных, они могут создать условия для продвижения на тех направлениях. Но пока, вот конкретно на пока, мы таких сосредоточений войск и ударных группировок не наблюдаем. Для этого нужно время, для этого нужно возможности. Ну и наша разведка позволяет вычислить и распознать даже номера машин, которые перемещаются в том направлении. И таких перемещений мы не наблюдаем. По югу еще давайте уточним. Россияне не смогут захватить Одессу регион. Украинские военные лишили врага господства в Черном море. Заявлял об этом министр обороны Алексей Резников. Давайте его услышим. Мы лишили РФ господства в Черном море, в частности, после успешного применения наших украинских «Нептунов», когда по известному всем адресу крейсер «Москва» пошел ко дну. Плюс несут службу противокорабельные комплексы «Гарпун», поэтому подойти с моря к Одессе у россиян нет никакого шанса. Алексей Резников, министр обороны Украины, Facebook. Насколько сейчас, по вашему мнению, угроза сохраняется именно на юге, для Одессы в том числе? Ну, для Одессы угрозы нет даже технически, даже в теории. То есть нужно понимать, что отбросив противника на левый берег Днепра, мы лишили его даже потенциальной возможности осуществлять какие-либо наступательные действия на правом берегу. И мы понимаем прекрасно, что переправиться противник уже не имеет ни физической, ни технической возможности. Опять же, уничтожив его ударные группировки морской пехоты, достаточно вспомнить этот разгром в районе Угледара, нужно понимать, что у противника даже физически нет сил и средств для того, чтобы осуществить какую-то морскую операцию. Но надо помнить следующее, что морская операция против Одессы и тем количеством кораблей, которые даже есть у российского флота, совершенно бессмысленна без продвижения по правобережью через Николаев и в Одесскую область. Это не имеет смысла совершенно. Поэтому мы категорически исключаем любую возможность проведения каких-либо операций против Одессы на сегодняшнем этапе. Ну, кроме варварских террористических обстрелов этого города и критических и элементов критической инфраструктуры в этом регионе. Приднестровье не представляет для себя, из себя никакой угрозы. Там была попытка в апреле месяце организовать некое подобие организации и угрозы организации проведения каких-то мероприятий. Но буквально на второй-третий день эти все ударные группировки разбежались кто куда. И, в общем-то, дай бог, чтобы им удалось собрать хотя бы две бригады на том направлении. И ситуация там полностью контролируется. Поэтому Одесса может спать спокойно. Ныне российские оккупационные войска проводят, в том числе, кроме использования условных шахедов по территории Украины, также исследование украинской территории с помощью беспилотников оперативно-тактического уровня. А вчера, в ночь на 13 уже февраля, запустили такую повітряну кулю на украинском, такой воздушный шар с отбивателями. По крайней мере, так говорил представитель воздушных сил, вооруженных сил Украины, Юрий Игнат в одном из украинских, во время эфира с одним украинских телеканалов. Что такое вот подобные воздушные шары с отбивателями? Тут сразу вспоминается ситуация, которая ныне в Соединенных Штатах Америки, где F-22 сбивают периодически спустя пару дней определенные шары с, то ли с китайской регистрацией, то ли непонятно с какой регистрацией. Какая цель вот использования подобных шаров? Тут уже и Маргарита Симоньян даже отреагировала на подобное, но не будем вспоминать ее. Ну, с военной точки зрения, я понимаю, что им надо показать какую-то активность, и об этой активности нужно говорить в каких-то средствах массовой информации. Но если с военной точки зрения рассматривать этот вопрос, то в любом случае появление такой цели должно вызывать реакцию систем противовоздушной обороны, то есть они должны активизироваться. И, в общем-то, это разведывательный объект, который имеет целью выявить объекты противовоздушной обороны на территории Украины и передать эту информацию соответствующим
соответствующим органам управления Российской Федерации. То есть исключительно разведывательные цели. Если им удастся пролететь, они могут там передать какую-то информацию, типа аэроснимки и так далее. Ну и в том числе засекая частоты, на которых работают украинские средства ПВО, засекают радары и так далее и тому подобное. Исключительно в разведывательных целях. Говоря о возможностях наших сейчас, украинских, озвучило такое мнение советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, что нужно уничтожать по 5000 оккупантов в день, чтобы закончить войну. Насколько у нас для этого есть силы, живая сила, техника, возможности, насколько это реальная цифра для ВСУ? Ну, вы знаете, нужно понимать, что да, безусловно, такая цифра, она является как бы желаемой, потому что 5000 это, в общем-то, одна бригада, если так говорить, в среднем по бригаде. То есть сейчас мы уничтожаем по батальону в день. Желательно бы уничтожать бригаду в день для того, чтобы свести на нет все потуги оккупантов, продолжать наступательные действия. Но это зависит от того, какое качество оружия мы будем получать. Нужно понимать следующее. Личного состава никогда не будет хватать. Личный состав всегда должен пополнять действующую армию, должна осуществляться ротация, потому что ребята не могут находиться на линии фронта постоянно. Поэтому как бы, каждый украинец должен быть готов присоединиться к вооруженным силам в той или иной как бы, позиции, в том или ином состоянии. Что касается вооружения и боевой техники, как можно больше артиллерии, как можно больше систем, которые позволят нам наносить удары в глубину всех боевых порядков противника. И вот эти баражирующие бомбы, которые мы должны получать в ближайшее время, это будет достаточно серьезный шаг, такой качественный вперед по уничтожению техники противника, по уничтожению мест его сосредоточения и командных пунктов. Поэтому больше техники, больше дальнобойной техники, усиление систем противовоздушной обороны, чтобы не давать противнику возможности наносить удары по нашей территории. Ну и для того, чтобы наступать, потому что войну обороны не выигрывать, нам нужно больше и больше именно бронированных машин, бронированной техники. В общем-то, те Брэдли, которые уже подходят, являются тоже очень серьезным подспорьем. Мы ведем, как вам сказать, такую асимметричную войну, и мы не можем позволить себе действовать в том же алгоритме, как действуют россияне, посылая в бой массы войск. У нас просто физически нет этих масс войск, поэтому техника и интеллект решает все. Сегодня в эфире Freedom будет звучать в нашем эфире тема поставок военных Украине. Но буквально одно уточнение, Сергей, от вас. Вскоре ныне происходят переговоры, кроме дальнобойных ракет, еще переговоры о непосредственно авиации. F-16 часто звучат от журналистов, там, стран Запада и многое другое. Вы нашли уже вот этот алгоритм для себя? Чего отталкиваются украинские партнеры в аспекте передачи, либо же не передачи Украине вооружений? Я просто помню заявление пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер. Она говорила о том, что ну, Абрамсы тяжело поставить, потому что есть техническая такая вот специфика подобных танков. Абрамсы теперь будут поставляться Украине, да, на это нужно много месяцев, да, техническая составляющая остается, но будут они. Окей, а F-16 тогда от чего зависит, как этот алгоритм работает? От Абрамсов. Вы знаете, как неудивительно от Абрамсов. Нужно понимать, что Абрамсы, как и другие танки, это довольно тяжелое средство поражения, и без надежного прикрытия с воздуха их использование будет, мягко говоря, ограничено, потому что это цель желанная, это цель как бы видимая, и спрятать ее невозможно. Поэтому без надежного господства в воздухе использовать и Абрамсы, и Челленджеры, и Леопарды было бы достаточно сложно. Поэтому я считаю, что этот вопрос в принципе уже решен, и, как вы правильно сказали, просто требуется время на подготовку, и мы авиационную технику получим. Подчеркиваю, именно авиационную технику. Не обязательно сразу это будут F-16, возможно, это будут МиГ-29, о которых мы ведем переговоры со Словакией, возможно, это будут какие-то устаревшие модели, типа бородавочников Соединенных Штатов Америки. Но такая техника будет поступать на вооружение именно в этой связке, в наступательной связке сухопутных ударных группировок, надежно прикрытых с воздуха, и рассматриваемые необходимые поставки авиационной техники. Ну, этот вопрос практически уже решен. Сергей, вам спасибо огромное. Всегда вам рады в нашем эфире. Я напомню, что спасибо. Сергей Грабский был с нами на связи, военный эксперт.